Подождите минутку, я уже поднимаюсь. Оливье хотел поговорить о видеоролике, который можно сделать из твоего материала. Не спеши, я подожду у лифта. Сюда. Ну, он уже ждет. Я тут отсмотрела новый материал бесподобно. Черная борода псих. Он нам так понравился, что мы решили сделать о нем отдельное видео. Например, начнем с того, как он сидит, пьет и травит байки. Потом сцена, как он носится по своей лодке. Прости, кораблю, ошиблась. В общем, скачет по палубе, висит на канатах и сражается. Конечно, придется немного отредактировать материал, но все равно будет здорово. Прямо мурашки по коже от одной мысли. Извини. Бонжур, сова, не опоздали? Нет. Вы можете... Привет, Мелани. Видел, как вы вошли. Зайди ко мне одна на минутку. Летиция на связи, обсуждаем проект Кенуэ. А, да, конечно. Извини нас, я тебя позову. Это недолго. Привет. Привет. Есть минутка? Конечно же есть. Я отметил точку на карте. Иди туда. Пытаюсь подключить все камеры к центральной системе наблюдения, но большинство из них надо настроить. Снова заперто. Не проблема. Вуаля! У тебя второй уровень доступа. Для начала очень недурно. Найди пункт управления камерами. Обновлю коммуникатор. Интересная мера предосторожности. Похоже, тебе придется подобрать комбинацию цифр, чтобы подключиться. Все просто, да? Выбираешь селектор и меняешь номер. Как подберешь верную комбинацию, получишь доступ.
нуклеярах, обсерватории или другой хрени, ты, Оливье, нам ее предоставишь. И точка. Ага. Я понимаю, Летиция, я неверно выразился. Мы не хотим никому мешать, но у нас на данный момент совершенно нет ресурсов для двойного исследования. Твоя задача — найти ресурсы. Эти игры — всего лишь способ оплатить проект, который намного важнее. Так устроен мир. Больницы строят на грязные деньги. Все ясно? Да, Летиция, мы понимаем. Этим занимается наш лучший сотрудник, но нужно время. Это про тебя. Хорошо, спасибо вам обоим. С нетерпением жду результатов. Увидимся на встрече акционеров, Оливье. Обязательно. Удачи. Табарнак! Для этого еще слишком рано. Пойдем. Ну, что дальше? Делаем, как она сказала. Ищем обсерваторию. Ассасины, тамплиеры, дурдом. Я тут заинтересовался встречей акционеров. Может, проникнешь в кабинет Оливье и найдешь его расписание? Что, не нравится идея? Давай я на тебя настучу, хакер! Ты у меня в руках! Это я к чему? Не хочу ломать тебе жизнь. Делай, что говорят. Так, давай-ка теперь к окну. Заявиться в кабинет Оливье через дверь, но есть другой путь. Наверх. Знаешь, что Абстерго управляли тамплиеры? Да-да, похоже на бред. Но ведь и полет на Луну был сфабрикован, так? Выходит, все возможно. Значит так, либо входишь в кабинет, либо прыгаешь вниз. Третьего не дано. Дружок, найди компьютер. Шевелись. Мы ищем. Thank you.
Ну ты даешь. Пиратство у тебя в крови, да? Теперь спускайся в холл. Курьер тебя уже ждет. Ха-ха, да-да. Я так все и планировал. Так, стой. Секретарша. Минутку. Кое-что сделаю. Такая наивная. Теперь бегом в холл, пока я отсюда не взорвал чертям твой наушник. Даже не думай меня выдать. Я не оставил следов. Это все ты. По-моему, ты его передержал. Да ладно! Это не зашифрованный код, а просто чертов кофе. Смотри-ка, у нас гости. Привет! Я тут зашла за новой посылочкой. Эх, а говорила ко мне. Да, это как бонус, один из. Что там? Конференция в Чикаго, замечательно. Спасибо. Будем на связи. Чао, Ребекка. Пиши мне. Да ну тебя, Шон.
vraiment grand avec des cheveux longs et raides. Молодец. Отлично. Извини, что наорал на тебя. Это все ради благой цели, честно. Не бойся. Верь мне. Работай пока. Я с тобой свяжусь. Наши сотрудники изучали жизнь Аль-Таира ибн Ла-Ахада, надеясь найти в нем образец для подражания, годный для использования в программах Абстерго. К сожалению, этот ассасин-ренегат нас разочаровал. Перед нами человек, отвергающий самые сакральные запреты своей культуры, с поистине мессианской дерзостью. Аль-Таир! Нет! Это не наш путь! Многие наши исследователи полагают, что взгляды его противника, известного под именем Аббас, были куда более ясными, чем взгляды Аль-Таира. Недавно я поставил задачу удвоить усилия по поиску родственников Аббаса, если таковые есть. Очевидно, что ошибки Аль-Таира стали основной причиной окончательного уничтожения его презренного ордена к середине 13 века. Итак, мы рекомендуем отказаться от него в пользу более приемлемой фигуры данной эпохи. Я предчувствую беду. Ты пострадаешь. Я не переживу. Я буду осторожен, обещаю. Как только обустроюсь, я пришлю за тобой. Клянусь. Кэролайн, уходи! Не мучь себя! Незачем лгать, Эдвард. Ты хочешь гоняться за ветром. Я тебе ни к чему. Поверь в меня, Кэролайн! Без твоей веры я ничто. Решил доверить чувство бумаги? Просто весточку домой. Я думаю, она давно забыла. А, твое сердце слишком жестоко. В остальном же он излишне мягок. А вам-то что до того, где он размяк, мистер Рекхэм? Хочешь знать мои секреты, да? О, да. Хоть маленький намек.
Или солидный, если вы истинный джентльмен. Дай руку. О. Что это? Может быть, корабли заходят в порт? Господи,